забава. И однажды мне приснилось, что в мире что-то произошло, и теперь я со своей семьей. У нас в классе есть еще и китайцы, у него есть на класс больше сестра. И вот только два, моя семья, и они жили почему-то в космосе на островах. И там были острова, и которые, если Влад, если на земле омывались водой, то там омывались, ну, там ничего не было, как бы проемы были, бездны. И там мы обычно летали. В тот день мы сделали домашние работы. Я с Изабеллой пошли спать. Эрик что-то писал по-русски, ведь Изабелла уже выучила русский, а так он говорил на английском и учился с русским, что-то писал. И вот мы легли спать на улице. На утро мы пошли летать. Мы пошли к бездне полетать. Ведь в космосе мы могли летать, и через каждый остров там был мост, но через наш остров мост наполовину сломался. Мы обычно облетали то место. Сами мосты были летающими, поэтому одна часть осталась, а другая где-то летала. И вот, когда я села, я села на мост посидеть, и оттуда откуда-то выбежала корова. И мост вместе со мной с ней обломился. Потом там были какие-то слова на листе, я их прочитала, и мы оказались в летающем корабле. Потом подплыла на летающем корабле к нашему острову, и корабль остался у нас, лист я отдала, и конец. И тут я проснулась. Спасибо моей любимой школе РИМС и движению «Танец ЛВ».